Меня зовут Татьяна Бойко. Я визажист, руководитель и преподаватель авторской школы стиля макияжа Бойко Beauty School. Макияж – это искусство, утверждают эксперты мира моды. Именно макияж позволяет женщинам выглядеть исключительно красиво. Возможность изучить секреты грамотного макияжа и выглядеть исключительно красиво получили и бакинки. Так, впервые в одном из столичных салонов красоты визажист международного класса, художник по стилю Татьяна Бойко провела мастер-класс «Схема моделирования лица. Возрастной макияж». Гостья пожаловала из Украины рассказать стилистам и модницам Баку о правилах и важных деталях мейкапа. Теперь познавательную информацию участники мастер-класса смогут применять как в повседневном макияже, так и в образах на особые случаи жизни. Автор трехтомника «Искусство перевоплощения», руководитель и преподаватель авторской школы стиля и макияжа Бойко Beauty School Татьяна Бойко говорит, что самый красивый макияж – это макияж, который идеально подходит конкретно вам, ведь каждая женщина уникальна. Мой лозунг: я не делаю красивый макияж, я делаю красивым лицо. Мне очень важно, чтобы макияж сделал лицо свежим, молодым, если необходимо, выразительным и праздничным, но это очень тоже деликатно, вот, учитывая много особенностей и схемы, и формы, и правил. Макияж способен превратить обычную женщину в королеву. Грамотно сделанный макияж создаст гармоничный образ, но может быть и наоборот. Макияж способен не только скрыть вашу красоту, но и подчеркнуть недостатки, отмечает визажист. Я разделила все схемы макияжа глаз на три. Это схема от светлого к темному, это схема smokey eyes и схема стрелы. Есть масса разновидностей, между ними перекликаются какие-то миксы происходят. Стрела – это красивый макияж. Это тот макияж, который сделает красивым, не сделает красивым глаз, он просто будет, он не смоделирует, стрела не является моделирующим элементом, а только подчеркнет. Он подчеркнет красивый глаз, и стрела подчеркнет асимметрию, если она является. Она подчеркнет какой-то недостаток, она все подчеркивает. Это как декоративный элемент, с ней нужно быть очень осторожно. Рассказав о себе, Татьяна Бойко поделилась впечатлениями о Баку, сообщив о своих планах на будущее. Мне бы хотелось открыть здесь школу, школу Бойко Beauty School. Мы сейчас проведем ряд встреч на эту тему, и мне бы хотелось привить все-таки такое вот видение европейское, западное. Да, учитывая все-таки ваши национальные интересы, быть повыразительнее, вот, и опять, повторюсь, поделикатней. Мне бы хотелось научить визажиста Азербайджана своим приемам и схемам. В рамках мастер-класса, продемонстрировав на манекене пример моделирования лица, Татьяна Бойко сделала возрастной макияж. Она отметила, что визажисты студии Бойко Beauty School создают макияжи, основанные на поиске правильной формы, которая всегда подчеркнет личностные качества человека. Макияжи, которые улучшают лицо, делают его свежее и моложе. Ведь именно такой макияж предпочитают современные женщины. Сделать красивым лицо или сделать красивый макияж – это одно. А сделать его в каком-либо из стилей, а в моей книжке их 90 стилей и направлений. Вы можете понимать, что любая женщина может идти на вечеринку, на какую-то тематическую, это сейчас очень актуально. И нужно будет выбрать макияж, соответствовать этому стилю. Подчеркнув природную красоту азербайджанок, визажист Татьяна Бойко поделилась некоторыми секретами, которые смогут подчеркнуть эту красоту. Я призываю восточных женщин, красивых азербайджанок, прибегать к минималистичности. Да, это могут быть какие-то черные цвета в макияже, но постарайтесь избегать цветных теней, какой-то чрезмерной украшательности, каких-то перламутровых текстур. Рисуйте, моделируйте форму, находите свою изюминку, подчеркивайте, скрывайте недостатки. Все очень деликатно.